Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Парни, вы звоните эту модель. Ну нормально же, чубики, скажите, нормально накрасил. Кица чисто. Плюс лицо. Ты что сделал? Я тебя ударил. В смысле ударил, блядь? Ну так вот. Нормальный, блядь. Ты, блядь, ты хули мою морковку спиздил, блядь? Ты чё мою морковку украл? Ты, блядь, сука, ёбаная. Ты чё мою морковку спиздил? Это я говно, это ты она. Да за что? Ты чё мою морковку спиздил? Ты думаешь, я не знаю? Ты думаешь, я не вижу? А я всё вижу. Да хватит меня бить, я сейчас сам убью, на стриме я смерть. Я сыграла ссору в доме у зайчика. Хули мою морковку спиздил, говорю. Почему в доме? Тебе примириться надо. А, помириться? Дай платье. Да не дам я тебе. Помириться? Да. Ну, похуй, что ты мою морковку спиздил. Ничего страшного, я новую выращу. Спасибо большое. Ой, извини меня, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Хорошо. Все. Знаешь, выйдет. Спасибо, Дэнни, огромное спасибо. Охуеть. Спасибо огромное. Капец, Дэнни, блин, ты реально, у меня чуть сердце не остановилось. У меня тоже сейчас чуть сердце. Спасибо тебе огромное, реально, чувак. Ты реально аккуратнее, будь с такими залетами, пипец, чубзик, реально, у меня сейчас сердце стучит прям жесть. Да потрогай. Пацаны, мне кажется, у меня сейчас остановится, реально. Ты сейчас как к кардиологу поедем. Спасибо, Дэнни. Несчастными. Деградантами, ну, типа, мне кажется. Я лайкнула, типа, ну, не знаю, какая-то жизнь, как будто раскрывать. Зачем? Ну, вот тут, знаешь, какие маски ты разбираешь. Тут та, которую я хотела, мне фортануло. Вот это моя. Почему она еще 32? Это местоположение Бельгии. Он вообще другое по качеству будет. Потрогай. Пиздец, чубзик, Дэнни, вообще от души, хеллоу, пуч, хеллоу, Дэнни, 100к, это вообще надо, дай я посмотрю. Ты мне лапаешь. Да я просто посмотрю маску, типа. Ну, типа, я не сниму, просто нормально, типа, маска.
Короче, ребята, Hello Push, что это значит? Короче, смотрите, я вот играю, типа, ну, не так часто. Hello Push! Центр либо я фамилия в инсте. Я верю в брак на всю жизнь. Да, и я считаю, рядом. Что брак должен в жизни быть только один. И вообще, блядь, ну, как бы... Не Боже, это шутка? Это не шутка? Это не шутка? Вы же... Это не шутка, ёмарат, это не шутка! Деду надо пипец. Тоже, а то стесняется. Чубзики. Дэнни, от души, брат, реально. Дэнни, спасибо огромное, охренеть, за что, Дэнни, чем я заслужила? Спасибо огромное. У тебя есть, типа, вот такая вот херня, типа... Ухрели. Посидишь, меня ухрели, возьми. Угу. Короче, смотри. Я остановлюсь. Вставай. Я тоже не встану. Я остановлюсь на колено. Да. Я ложь вот так вот. Да. Дай тебе прилепить, смотри. Я нечаянно закинул хрни на киви плюс 375 миллиардов. А потом по голове. Типа не ударить, я так. Ща как ёбну! А? Собака Тендер улыбает, точка фамилы. Там у тебя в жопе дырка. Спасибо огромное, Дэнни. Ты чё, ебёшься? Боже мой, он сейчас мне... Он мне до инсульта доведёт. 15. Сколько слов? 10 слов? 10 слов, давай. Я пальцы. Я пока не думаю, я пока не думаю. Давай быстрее, затекай такой туда камеру. Это жесть, ребята. Почти 10 зрителей еще. Ты серьезно, чувак? Ты серьезно? Ты, блядь, кого, блядь? Это серьезно? Смотри, серьезно. Это пранк, это не пранк. Ты понимаешь, это не пранк? Охренеть, чуваки. 300! 300 штук! Спасибо огромное, Дэнни! Каждое утро старик приходит в дом. Считай внятно. Каждое утро старик приходит в дом престарелых кормить свою жену, которая его не узнавала. Его спросили, зачем вы приходите каждый день, ведь уже сами или на ногах держитесь. Да и к тому же, она не знает, кто вы. На что он ответил, бля, реально я умер, нахуй. Мам, хочешь офигеть еще больше? Мы тебе кое-что не договорили. Еще?
Плюс что еще? 300. Молодые ушки. А щеки так кусают. Мам, пожалуйста. Это что такое? О, помыла! Спасибо. Я Артуру тоже дала это. Что, помыла? Нет, дай чуть попал. Артуру дам помыла. Я думала, она возьми себе. Лёшь нам? Да, сейчас я Артуру дам помыла. Не чалкай. Я не чалкаю. Мам, бля. Мам, садись. А Дэнни еще тут, интересно? Она смотрела стрим. Да, я сказала, что бабушка, все у нас прекрасно. Так, кто завтра идет в институт? Я завтра фальприйтер ночью? Не знаю. Что за бачазу, щек, но Дэнни здесь. Дэнни? У тебя завтра школа? В смысле, у меня есть идут завтра? Да, Дэнни тут. Да, мам, у меня завтра школа, мам, как обычно, мам. Первый урок? Да, мам, потому что мне нужно утром к доктору Амине идти. Да, хорошо. А где Дэнни? Покажите мне этого героя. Дэнни, мы не видели его фотку. Не, мам, у меня не завтра институт. Нету института? Нет. Это красиво? А где? Можно говорить и разговаривать? Мам, ты здесь хочешь, мам? Да. Мам, здесь хочешь? Он тебя слышит, мам. Дэнни, привет! Спасибо тебе большое. Мам, ты такой шок. Я сегодня оторвала бампер. И я не знала, что мне делать. Нет, я не хочу. Спасибо тебе большое. У меня нет слов, одни эмоции. Нет. Спасибо. Хочешь, мам? Где твоя посылка? Мам, будешь? Нет. Нет. О, какая красота! Арамизу, покажи. Я люблю, а мне? Ты можешь не чакать, дебил? Я тоже так. Так, кто ругается? Кому оторвать язык, а? Мне. Ты что делаешь? Замакивай. Я тебе как дам. Могу? Нет, не буду. Так, вы что, вообще обалдели, что ли? Что случилось-то? Я не поняла. Это что за поведение, Мирзоева? Успокоились все. Мам, их смеются надо мной. У меня маска новая. Иди поцелуй. Иди, тебе тоже поцелуй. Еще, мам. Иди, мам, поцелуй. Ты стричься будешь. Да. Люди, скажите, пожалуйста, чтобы он поехал и подстригся. Я вас Здравствуйте, Ругия. Спасибо вам, вы великая женщина. Здравствуйте, Ругия. Ругия, спасибо вам, вы великая женщина. Это не Дэнни написал, это другой. Спасибо большое всем. И кто-то другой, кто это написал, ему тоже большое спасибо. Дэнни, без слов это все, понимаешь? Он ни одного слова еще не сказал. Я спросила, как его зовут, а он мне не ответил. Просто так, пустые сообщения. Он просто герой? Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Это просто, это не человек, это какой-то, я не знаю, это какой-то сверхчеловек. Я не понимаю, кто это. Как так можно? Это фантастика. Вот эти эмоции, да, вообще нереальные. Нет, ну просто. Мама почти близкий к дому. No flex crew, они будут есть рук. Ты понтуешься с Джорданами за 6 штук. Я хочу. Боже, у меня да. Становится дороже. Я влюблю. У тебя сильно, да, бампер снес? Проболом снес? Мам, как тебе мой? Офигеть. Рамис, ты вообще страх потерял, да, походу? Извините, извиняюсь. Ты потерял страх, да? Извиняюсь. Мам, будешь? Сейчас тебя выгоню отсюда. Нет, ведите себя прилично, пожалуйста. Приличие и порядочность еще никто не отменял. Вы меня услышали? Да, мам. Все? Да. Ведите себя нормально. Мам, я нормально себя ведем? Вот этот. Кто я? Ты, да. Извини.
шоке. Сердце бьется. Мне так. Люди поднимают на мамка, сердце руки вверх. Ты видел, что со мной было? Мне вообще не отпускало. Одну руку бил, как только ложка стоит, одна минута не смеясь. Это правда единственное. Хочешь, мы пора для себя поиграем? А что? А сейчас мы поиграем. Мам, правда ли действие? Правда. Что люди не знают о тебе? Очень много людей не знают обо мне. Я тоже? Конкретики, конкретики. Не, конкретики не могу сказать. Пам, в смысле не можешь? Это правила игры. Это правила игры. Я вам рассказываю. Хоть один факт, который никто не знает. Очень многие люди не знают, что я могу расстроиться по любому поводу и заплакать. Какой-то у меня реально мум. Да. Мне нравится сильная информация.